Haskell имеется стандартный набор числовых типов. Это числа, это целочисленные типы, такие как int для целых ограниченного размера и integer для целых произвольного размера, а также числа с плавающей точкой. Это float и double, соответственно, числа с плавающей точкой одинарные и двойной точности. Все эти типы являются представителями одного класса типов, который называется num. Мы не будем сейчас подробно говорить о классах типов, отметим только, что механизм классов типов используется для того, чтобы задать для всех чисел общий интерфейс. Например, чтобы числа, относящиеся к разным типам, к double и к int, можно было складывать с помощью одного и того же оператора сложения. Перейдем теперь к числовым литералам. Давайте посмотрим, какой тип имеют числовые операторы с помощью интерпретатора. Возьмем числовой литерал 3 и выясним его тип. Мы видим, что числовые литералы в Haskell определены довольно странным образом. Тип числового литерала 3 — это некоторое произвольное значение «а», которое присутствует с некоторым выражением, которое называется контекстом. Мы говорим, что на «а» накладывается некоторое ограничение. «А» должно быть представителем класса типов «null». Однако мы можем явно задать конкретный тип, например, сказать, что некоторая переменная, ну, мы понимаем, что это не настоящая переменная x, а что это константа, имеет тип int, указав в выражении интересующий нас целевой тип. Ну, теперь эта константа появилась, значение ее, конечно, равняется 3, а тип у этой константы это int. Ровно так же мы могли бы указать для этой константы другой тип. Давайте введем другую переменную y и зададим для нее тип double. Тип double является представителем класса типов null, поэтому мы можем использовать эту константу населяющую этот самый тип. Теперь y у нас уже имеет значение 3. Обратите внимание, что в выводе здесь появилась точка, показывающая, что это, что мы работаем со значением типа double, точка и нолик после нее. Ну и тип переменной y — это тип double. Что запрашивали, то и получили. Если мы построим некоторое, введем некоторую переменную z следующим образом, возьмем переменную y, про которую мы знаем, что это тип double, и прибавим к нему какое-нибудь значение, например, 17. Ясно, что значение будет 20, какой же будет тип у переменной z? Давайте посмотрим на это. Переменная z имеет тоже тип double, хотя относительно константы 17 мы не знаем, какой тип она имеет, она полиморфна и может относиться к любому представителю класса типа null. Тем не менее, константа y была определена у нас несколько выше, она имеет тип double. Поскольку сложение определено таким образом, что оба аргумента и возвращаемое значение должны относиться к одному и тому же типу, мы получаем, что z имеет тип double. Как мы уже видели, константа... Числовые константы без точки населяют класс тип, принадлежат классу типов null. Числовые константы с точкой принадлежат другому классу типов. Если я попытаюсь выяснить тип такого вот литерала 3,5, я обнаружу, что это, опять же, полиморфный тип, но он относится уже к другому классу типов, который называется fractional. К классу типов fractional относятся типы double и float, а типы int и integer к этому классу типов не относятся. Надо еще отметить про тип integer. Тип integer может содержать константы произвольной длины. Ну, например, вот такая вот константа. Она относится к классу типов integer. В int она, безусловно, не влезет. Ну вот, эта константа, вычисление с такими константами в Haskell допустимо. То есть в Haskell в рамках типа integer мы можем осуществлять любые арифметические операции над численными литералами произвольной длины.
Ну, естественно, единственное ограничение, которое накладывается на эти константы, необходимо, чтобы соответствующие значения укладывались в ту память, которая имеется в нашем компьютере.